Да, тут, конечно, просторнее домик. У тебя там хоромы. Дворец? Дворец шаха. Про лантактику. Лантактику. Или как она? Лантактика? А? Ворно. Ну, песня-то ты ж поешь. Это старый французский романс. Да? Браво! Спой, Грибобасу понравилось. Мне понравилось, кстати, ты хорошо поешь. И песня хорошая. А мы тебя подпоем. Я подпою тебе. Вон, Игорь Джан подпоет. О, Игорь Джан даже подошел подпеть. Я не пою. Ну подпоешь. Я не умею. Да не болтай, не болтай. Нет, не умею. Ой. Рыбы нет. А, ты уже поставил, да? Ой, я не половина. Грибобас. Да. Давай. Мой старый сад, лампре, лампа, лети, моя голубка. Там сны висят, лампре, лампа, на всех ветвях, голубка. Тра-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла. Тихо, Грибобас, ты его сбиваешь, блин. Горит. Ну, дальше. Полночная звезда, любовь последняя цела. Ну, а дальше? Лети, мой сад, голубка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Самый припев там прикольный. Ла-ла-ла. Горы, ты ждешь, получается, хорошо. Да. Стану звездой, поеду с концертами по стране. Петь эту песню. Ну, все хорошо получается. Как он поет, мне нравится. Отлично, Ворнер. Пей еще и будет отлично. Нет, ну выступай, я имею в виду. Так, Джон, а у нас чай еще есть чай? А вот сейчас поставим. А, давайте, ага. Есть каша готова, будешь кашу? Да, буду. Ну давай тарелку, я тебе наложу кашу. Ага, сейчас. Так. Кипятим воду. Одна кастрюлька уже воды скипела. Вот вторую поставил. Тут за водой вообще близко, вот в ту сторону вниз, и там это ручей, который связывает два озера. Грибобас, а ты помнишь какое-нибудь такое блюдо, которое самое вкусное ты свое ел в жизни? Не помню я. Чуть-чуть присядь, а тут я освещаю это как бы освещение. Не помнишь? Мне да? Нравятся манты. А вот какая вкусная пища, вот это не помню. Ну, которая, может, какую-то самую вкусную, что ел. Нет, это не помню, это я. А ты, Ворнер, помнишь что-нибудь самое вкусное, что ты ел? Я много чего вкусного. Не, которая запомнилась. Ну, давай, если много, штуки три блюд. Много всяких вкусных вещей. Да, все вкусное. Когда он ест. Ну, мне знаете, что понравилось? Мне этот понравился. Я был на проводах в армию. Провожали там соседа. Так, как же его имя-то? Одного брата я это помню, Максима, а второго что-то я забыл, которого провожали. Ну, в общем, там у них это свои гуси. И вот они это делали гуся копченого. Мясо вот этого, копченый гусь, вот это мне запомнилось, такое вкусное, это вообще копченый гусь. Ты, наверное, Ворнет-то не ел, деревенского копченого гуся-то не ел ты. Штука-нибудь отличная, да, Джон? Да, еще знаешь, что какая штука самая вкусная? Какая? Это деревенский творог из козьего молока. Я ел, мы когда были в Башкирии. Бабушка сосед, Царство Небесное, меня угощала этим. Творогом козьим? Да. И еще я... Сметану ел, дома сметану ел. Ну, сметану-то многие ели. Вот. Мы сделали манты, помню, и сметану. Это такая чашка, типа такой, ну, большая такая, чашка такая. Вот там, наверное, полтора сметана была. И густая, вот так ложка втыкаешь, она стоит. Густая такая, так, раз, так, и так кушаешь.
А, я вспомнил Ворнет любимые блюда. Это что-то связано с помидорами. Да? Так и скажи, салат из помидоров со сметанкой. Молодой аджика. Молодая вот аджика. А, это чеснок. Ой, подожди, чеснок. Хрен там есть, да? Нет, без хрена. То есть чеснок и помидоры, да? Чеснок, помидоры, подсолнечное масло, перец. А, там еще яблоко, перец болгарский, морковка. Это через мясорубку или как? Да. Угу. А помидоры как? Тоже через мясорубку? Да, да, да. Угу. Надо будет у тебя рецептик взять, попробовать сделать. Попробую сделать, ага. Угу. И ты мог это есть тоннами, да? Тоннами. Варенье из черники я ем тоннами просто. Остановиться нельзя. Где ты его возьмешь-то столько варенья из черники? Ну раньше было, когда я был молод. А ты какое грибобас варенье любишь? Вишневое. Я так и знал, что ты сейчас... Потому что мы варенье, не знаю, я... Тоннами могу его съесть. Вот так. Тоннами. Твое черничное, да? А мое этот... Этот, как его... Ой. Угу. Морожка в сахаре. А-а-а. Под сахаром. Вот понятно. Моя любимая ягода. Это морожка под сахаром. Угу. Ну, там берешь морожку, пересыпаешь. Я ел. Морожку, угу. Сахара слой. Морожку, сахара слой. Вот это мое самое любимое. А еще аджика с мантом. О, да, 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 да. Кстати, в лесу можно запросто же манты сделать. А, ну даже мантышница. Ну, мантышницу с собой взять. Можно. Представляешь, в лесу какие будут вкусные манты. Да, да. Считай, только надо взять с собой фарш готовый, мантышницу. Хотя можно даже, знаешь, как сделать грибобас? Как? Взять, все уже сготовить дома, да? А-а-а. Манты, все, в мантышницу, только воды с собой взять, мантышницу. На поселке отошел, где место-то, столик-то белый мы нашли. Ага. И там попробовать прямо на природе манты можно сделать. Можно будет сделать, можно будет сделать. Угу. Правда, мантышница будет потом вся эта, угу. Ну, черная. Ну, не черная, но обгорелая такая. Угу. Зато на природе манты, представляешь, да? Да еще под эту аджику молодую, да? Угу. Ох, это будет праздник-то. Это будет что-то. Это будет что-то. Я люблю манты, я это, может быть, сделаю. Да, да. Какой-нибудь праздник или день рождения, да? Да, да. Да, ребята, вы любите покушать. Вкусно, да? Вкусная, здоровая пища, это полезно, да, грибобас? Да, да. А какая твоя нелюбимая самая каша, грибобас? Любимая, это я знаю, манка. Угу. А нелюбимая? Перловка, наверное, нет? Ну, перловка. А твоя, Ворнерт, есть у тебя нелюбимая каша? Мы ее тебе в следующий раз будем готовить. Постоянно. Я тогда промолчу. Да я шучу, что ты как маленький. Шутка была, блин. Не-не-не. Ну говори, ладно, что ты. Ну шутка же. Я... Ну, мне ее готовили, но я не помню, как она называется. Гороховая? Гороховая это еще нормально. Не, гороху я ел. Готовили, да? Мама готовила кашу эту? Не, я уж не помню. Короче, а жир этот рыбий ты любил? Не, я его не ел ни разу. Ну, в детстве же давали рыбий жир. Мы когда были в Геньжике, и говорю, как, там был стол на четверых. Ели два паренька и две девушки. Вот. Нам на обед давали постоянно рыбий жир давали. А мы постоянно ели, а дети не могут же есть. Кто не могут есть? Девчонки. Они нам. И мы его кушали. Вот потом в ложке наливаю так вот, и ложечку. Ну, тебе не нравилось, да? Я ел его, да, нравился мне он. Я много съел его. Все, вы грибобасу высылайте рыбий жир. Да, рыбий жир. Пожалуйста. Он, кстати, в аптеках дорогой вроде бы. Дорогой? Да, он типа в аптеках, я видел, в каких-то гранулах он продается. Там же этот, витамин А. Витамин А, да? Да, витамин А там много. Правильно я говорю, да? Ну, вам виднее. Я-то все, я уж не помню. Я, ну, помню пару моментов, может быть, что этот рыбий жир мне давали, и все.
А я был в Нижаке, и там был целый год. И нам каждый день давали рыбий жир. Понятно, понятно. Вот так. Ну, он для костей вроде еще, от рахита он полезный, да? А я не знаю. Ну, вот, чтобы не было рахита там, вот, я слышал такое. Я слышал одну историю, что эта женщина вышла замуж за китайца, и он вот любил чай с рыбьим жиром. То есть чай, его ложку рыбьего жира размешал, пьет его. Нифига себе. Постоянно вот так. Но он не сладкий чай, не знаешь, был? Не знаю. Ну я знаю вот у этого, у ну понятно, у татаров я знаю, что у них это чай добавляют, вот сливочное масло в чай добавляют. Я пробовал, кстати, интересно так получается. Да? Ты не пробовал грибовас? Это как, это про масло в чай? Я перестаю, что же об этом? Да, в чай ложечку сливочного масла, оно там растаивает, пленочка такая образуется. Ага. Вот. Ух ты! Вот такие дела. Я не знал даже об этом. Странно, что ты не знал-то. А вот любишь-то ложками масло есть? Сливочное. Я ем. Ложками. Да. Ну сейчас масло тоже, вот я посмотрел, заходил в магазин, короче. Решил специально найти хорошее масло, да. И я недавно узнал, что настоящее масло, оно не может быть меньше, что-то там 82% что ли жирности. Если 72, то там сказали, что оно масло не настоящее. Ну я решил, вот недавно вот заходил в магазин, посмотрел. Ага. Есть 82% масла жирности, да, ну там с чем-то. Ага. Есть, допустим, 136 рублей. Что-то за 200 грамм, что ли, подожди, не. А, да, вроде за 200 грамм. 200 грамм? А есть 82% жирности. Ага. Ну, тоже уже цены, но я потом, наверное, обзор специально буду на эту тему снимать. Ага. Рублей по 56. Ну тоже 82%. И вот по, и подумай по цене. И это вроде. Смотри, и это вроде 82%, и то 82. Ага. Ну, значит, по цене-то то, значит, подделка. Выходит так. Если оно да. Это фиг его знает. Угу. И вот так подумаешь, лучше брать это, какое-то вот деревенское масло покупать. Ой, если знаешь, вот на рынке продают вот эти. Ага. В Сарапуле, помнишь, мы были там? А, ну, вот там масло продают. Ага. Свое. Сметану свою. Помню, помню. А вот финляндское масло там было, да, в магазине. А вот его не но оно помню. Дорогое, но оно дорогое, там да? Настоящее коровье масло. Ох. Написано, сделано из пастеризованных сливок, а? Из коровы. Из коровы, да? Из коровы, молодец, Вернер, молодец. Вот. Так что лучше такого пару ложечек настоящего масла съесть, чем такого, знаешь. Ага. Неизвестно, что там намешано. Понятно. Все, всем приятного чаепития с хорошим маслом. И с хорошим этим, как его, молодой аджикой и монтами в лесу. О, это будет что это будет отлично, Джон, браво. А, свинина, говядина, да? Да. И что еще? Баранина. И баранина, ух ты. Хочешь это, куриная, олень, свинина. Ну, как, три вида, короче. Три вида, да. Понятно. Да, надо попробовать надо сделать. Надо попробовать сделать, да. Побалдеть, да? Угу. Дорогие зрители, грибобас себе рубанул по пальцу, по большому. Вот, смотрите, кровь у него текла. Я ему заклеивал палец. Сейчас покажу грибобаса. Ну, слава богу, себе он палец не оттяпал. Ты ложись, отдыхай. Я пришлю такое. А ты вообще приляг, отдохни. Нет, я так вижу, просто нормально, нормально, сейчас нормально. А-а-а. Застегнулся, чтобы комары не шли? Да, зашли, да. Все, это путь. Покажи, что, где палец тут. Вот. Вот. Ну там вдоль тебе полоснуло, да? Нет, вот так вот, короче. И, по-моему, кость, по-моему, задели. Кость? Да. Да, мне кажется, не. Задел. Задел? Вот, так, 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 так. Ты кожа-то. Давай, давай, короче, отдыхай пока. Лежу, лежу пока, лежу. Спасибо большое, Джон. Аптечку всегда берите с собой. Так, время 16:17. Грибобас уже встал, ты полежал где-то минут 20, да? Да, где так полежал я. Расскажи, как ты себе палец порезал. Это, короче, я рубил, ветки рубил тоненькие, ну такие вот палочки рубил, чтобы жечь костер. И держал так палку, это палец туда выставил.
и топором. Топор очень острый. И я раз, и понимаете, по пальцу, а потом уже по доске. И такой звук такой жинь. Так папаша приехал так. Ну не помню, я кость задел. Больно стало. И я все бросил, так сам за пальцем взял, так ой. Потому что мне зон все сделал со мной, сделал все сам. Платье все наложил и вымыл руку мне. Все сделал хорошо. Вот. А сейчас тебе полегче стало, да? Сейчас было полегче маленько. Сейчас мы, короче, чай пьем. Ворнер. А, Ворнер посуду помыл только что. Спасибо большое, Ворнер. Спасибо большое, Ворнер. А Игорь Джан там гуляет. Гуляет, да, Игорь Джан? Гуляет. Да. У него какие-то прогулки, да? Угу. Не нагулялся. Выпустили его на улицу наконец-то. Не нагулялся, да? Да. А, Грибобас, посоветуй зрителям, что надо делать, чтобы вот таких вещей не происходило? Ну да как, короче, делать надо. Надо когда рубить, там дождь и что, пальцы подальше убирать. Чтобы, например, где-то вот так, чтобы где-то вот так, примерно, было расстояние. И рубить доски, короче, как? Так, и вот так вот рубить доски. Руки себе нужно оставлять целым. И чтобы ноги себе не травмировать. Ноги надо на ширину этих. Да. Ну вот если рубишь, то на... Вот, пожалуйста, сними меня. Короче, вот так вот рубить, да? Вот так вот рубить. Вот так вот будет хорошо. Вот так вот. Вот так рубить. А, понятно. Так уже ничего себе не сделаешь. Пошли покажем этот, где у нас тут вода недалеко. Идем покажем. Пойдем покажем. Все, я иду за тобой. Пошли покажем. Давай пойдем, сейчас посмотрим. Пока чай остывает. Ага. Покажем зрителям, где тут вода у нас. Вроде бы считает, ты опытный такой дровосек, да? Да. И ну тут... я постоянно, видите, говорим, постоянно здоровьем занимаюсь я. Постоянно. Но и тут взял себе по пальцу топором. Какая штука? И прям, да, раз, и прям звук был такой. Так, зин. И по-моему, он там тут кожа узкая. И по коже делал. Больно стало мне. Я взял, просто да, встал уже, короче. Ну было что-то. И кровь пошла, очень сильно кровь пошла. Вот что. Больше не буду, все, извиняюсь. Вот сейчас идет спуск, мы спускаемся. Ага. Вот. Сам будет, я уже видать. И вот этот ручей, он связывает озера. Мы на втором озере находимся. Вот, сюда, иди, идем сюда. Вот он и пройдешь вот здесь вот. Угу. Вот он и пройдешь, да. Вот. Вот по этим ручьям вот. Между озерами рыба поднимается, переходит из озера в озеро. Вот на Антитак то же самое, так и на Чапаях то же самое, да? Да. Ну, озера, они связаны обычно вот этими ручейками, mm-hmm. короче. А, еще, Джон, мы когда сюда пришли, я и Игорь, Джон. Вот, и рыба тут плескалась, рыба играла. Mm-hmm. Видно, такие, ну, крыгишки такие, рыба играет. Я Джон, рыба пойдем, ведет, говорит. Пойдем, mm-hmm. ладно, показали уже. Пойдем. Так, обходи. Ой, мамочка, чуть не упала. Мама. А мне блин, взяли мамочка, все мамочка меня. Почему-то я вот не знаю. Это как штука такая получается, красивая. Но... Браво, Джон, как браво. Что-то случается, мамочка, да. Видимо, с детства уже заложено, да? Ага. Ой. Как тебе нравится тут Грибобас? Нравится, место хорошее. Вот еще покажу вид избушки с этой стороны. Здесь наша палаточка с Грибобасом. Там Ворнер. Тут кто-то бутылку водки бросил. Сейчас еще покажу, тут бутылки бывают. Вот, допустим, стекло. Уже травой заросло. И тут где-то я тоже видел бутылку. Травой где-то она заросла, такая стеклянная. А, вон. Я зрителям-то не сказал,
это Игорь Джан же нож-то свой нашел. Он ночью вот сюда переходил, спал здесь, и у него нож упал там в траву, короче. Вот. А он с собой не брал теплых вещей. Ему холодно спалось в палатке. И потом он ушел уже в ту избушку, в первую. И там уже лег спать. Но, говорит, плохо спал. Ну, затопил там печку, говорит, и там спал. Вот здесь такое есть отделение в палатке. Можно туда сапожки положить, тапочки. Опа. Надо было там вот окошко было открыть. Но это надо было на улицу уже выходить, ладно. Хочу отдохнуть, полежать в палатке. Вот поставил такую спираль комаров. От комаров и мошек. 0% беспокойства. Еще в прошлом году покупал, но я думаю, тут она еще не испортилась. Попозже вам скажу срок хранения до какого числа. Вот в металлическую банку и там обломал эту спиральку по диаметру баночки, чтобы пепел падал в банку. И вот здесь положил. И через саму сетку уже будет дым проходить, и комаров уничтожит всех. Тут главное, чтобы внутри комаров не было. Так-то тут дырочек нету. И, в принципе, вон комары за сеткой все там скопились. Так, нашел годен до... Опа! Годен до декабря 2013 года. То есть срок годности уже давно прошел. Срок годности 3 года. Ну, не знаю. Делать уже нечего. Я других спиралек не брал. Буду пользоваться этими. Что-то в нос, наверное, накусали мне комары. Так, не вижу. Потом надо будет посмотреть. Наверное, искусанный я весь. Вот такой вид на потолок палатки. Ну тут она еще удобна тем, что, видите, она тут москитная сетка везде. То есть если в жару, то можно в ней укрываться чисто от комаров. Тот верхний тент убрать, оставить этот и, допустим, лежать где-нибудь в тени. Здесь все будет проветриваться, воздухом будет все просвежаться. И комары, и мухи не будут донимать. Вот так я отдохиваю. Грибобас! 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 Саню! Иди сюда! Иду! Сейчас спросим у Грибобаса, чем он занимается. Я знаю, в принципе, чем он занимается. Я придумал ему, чем заняться. Потому что дровами сейчас лучше, думаю, не надо им заниматься. А то он думает, чем ему все заняться. Я ему подсказал, что можно поделать. Грибобас! Иду! Так куда ты идешь? Я в палатке! В палатку иди, палатка! Пошел совсем в другую сторону. Нормально. Саня! Саня! Ну, Грибобас дает. Дорогие зрители, я выключил камеру, потому что пришлось сильно орать и объяснять, где я нахожусь. Грибобас, ты где? Иду, иду. Так а что ты забыл, что я в палатке? Грибобас. Да. Ты забыл, что я в палатке? Ну. Как так? Да уж не знаю. Расскажи зрителям, чем ты занимаешься. Собираю банки, бутылки. Там вот вниз, там очень много, Джон. Там внизу? Ох ты. Где, внизу? Ну, там что-то около 20, если не больше.
Там много очень. Ты в одну кучу все складываешь, да? Да, в одну я вся кучу стала, хуже большая здесь стала. Вот. Надо спать-то, отдохнуть не хочешь? Нет, давай отдыхай. И что я лягу? Хорошо. Ага, я давай, комаров тут отгоняю. Я вплю, это, зажег спираль, короче. Ага. Ну все, до следующего сеанса. Спасибо за внимание.